Ну, звуки, конечно, в этой игре это просто, просто то, что надо. Но это ничего не сказать. Звуки, да, ну вот именно, забудьте о Гордоне. Гордон, все, Гордон потонет вместе со своим Титаником. Звуки здесь, ребят, какие же они. Давайте, давайте, я лезу за словом в карман, в рюкзак. Какие же они, эти звуки. Они натуральные, ребят. Как прекрасный свежевыжатый сок. Так, переходим. Так, сейчас у нас тут много кто появится. Попытаемся. Ну, привет, привет. Попытаемся, ребят. Попытаемся, но... Да, кстати, кстати. Может быть, знаешь, что попробовать? Давай сразу попробую сюда перебежать. И уже отсюда отстреливаться. Вот такой вариант, как вам еще нравится. Ну то есть тут эти, да? Тут не денешься никуда. Так, еще раз загружаем. Забудьте о Фримене, это называется глава. Чудесно. Да не проблема, сейчас мы это самое. Сейчас мы все уладим. Так, может быть. Может быть, есть вариант сюда назад перепрыгнуть. А может быть, ну давай поэтапно просто будем решать. Вот здесь вот этот у нас. Вот так, ладно, уложили. Ёпный ходёк. Так это ты успел плюнуть, да? Еще разок. В принципе, мы можем, конечно, применить нашу лазерную пушку, но я все время экономлю. У меня вообще в жизни принцип все время экономить. Понимаете? Все время экономить у меня принцип. Так. А экономить-то может уже и не надо. Так. Так, ну неплохо, ладно. 56, конечно, процентов. Все равно урон нанесен. Так, этот еще. Так, 48. Сейчас вот эти. А, блин. У него еще зараза, видишь, эти поворотные штуки. То есть никак в этой битве нам не победить. Но здесь надо, конечно, какие-то маневры проявлять уже. Такие, более по-взрослому. Так, давай еще раз. Так, ну, во-первых, хорошо, что мы здесь, ребят. Так, во-вторых, ну, тут наверху Майнкрафт. Тут никак мы никуда не перелезем. То есть только сюда. Только сюда. Так, а может быть, слушай... Смотри, подожди. Давай, знаешь, как сделаем? Вот мы сейчас вот его выманим. Вот он, да, гад этот. И вот сюда назад. Фримен, давай. То есть он должен, как бы, по идее. Давай, давай, сюда. Нет, не идет. Видишь, как все хитро. Ну, давай тогда вылезем. А, может, вот туда перелезть? Ребят, подожди. Давай-ка туда перелезем. Так, присели. Присели потихоньку. Потихоньку его краешек. Вот он. Так, неплохо. Теперь у нас они появятся вот здесь. Наши энергоконцентраторы. Спокуха. Спокуха. Здесь их нет. Движемся. Спокуха. Они еще не появились. Может, они оттуда выйдут? Спокуха. Здесь их нет. Так. Так, вот он. То есть вот как. Спокойно. Блин, ведь он сзади подошел. Смотри, что это происходит. Так, вот здесь они будут сейчас. Не, ну как всегда, надо по спецназовски. Они друг за другом бегают. Это какие-то геи просто. Извините. Так. Ну. Не, ну это безнадежно, конечно. Это очень хреново. Давай, Гордон. Аптечку. Еще одну. Так. Попытаемся, давай. То есть он попал, что ли, все-таки в меня? Да. Блин, 32.
32, 32. Там еще есть аптечка. По идее, мы всех перебили. Ну вот, как так-то?